Спасатели позволили мне лично на себе ощутить их профессионализм и примерно то, что чувствует человек при попадании в воду. Они дали мне такой вот специальный гидрокостюм, то есть для меня условия будут более легкими, при том я буду знать, что меня вот-вот спасут. Глубина здесь примерно 10 метров, это больше, чем трехэтажный дом, плюс течение. Ну что же, буду надеяться, что все обойдется благополучно. Оцениваем, какое настроение у человека, жить хочет. Спасите! Спасите! Правым бортом. Спасатель берет его за руки. Вот. Раз. Опа! Чем больше страдалец, тем он тяжелее. Ну что ж, вот меня и спасли, скажу. Все равно не по себе, даже когда знаешь, что вот она группа плавает на лодке. Костюм – вещь. Абсолютно сухой, чувствую, что сухой, только чуть-чуть замерзли ноги в резиновых сапогах. Ну, у меня носки простые, говорят, надо теплые. Впрочем, это еще хорошо, если при наводнении у бедствующего окажутся хотя бы теплые носки. Но откуда у гражданского суперкостюм? Спасатели в таком случае рекомендуют делать все, чтобы не оказаться в воде. Собирают документы, необходимые вещи, теплые вещи, главное теплые вещи, сухие. Поднимают на крышу, на чердак, ну и подают сигналы, кричат, звонят. Ну а вытащить из беды – это уже их работа. В рамках очередных учений спасатели отработали не только спасение утопающего, но и эвакуацию застрявших на острове. Со стороны может показаться, что все это проще простого, ведь при ЧС и условия куда сложнее. Однако для каждого из них крайне важна практика. Пусть сегодня в Хакасии ситуация с паводком довольно ровная, эта служба на чеку круглые сутки. Вторая волна паводка, она может иметь место, значит, где-то вот в середине мая, так как снега в лесах еще достаточно, вот, значит, приточность воды, она, мы на сегодняшний день видим положительную динамику, вот, поэтому мы должны быть готовы. Наглядный пример работы спасателей – паводок 2014 года. Тогда им удалось из беды вызволить больше 150 человек. Ни один житель Хакасии не погиб. Константин Кравцов, Дмитрий Парахин, Вести, Хакасия.